У поэта и публициста Манафа Батчаева вышла новая книга «Четыре стороны света». Презентация сборника произведений прошла в Черкесске в Республиканском доме печати. Подробности у Али Баташева. Крошечная капля, нежная и чистая. Падаешь ли ты вестником перед слепой грозой? На цветке дрожишь ли ртутно-серебристая, омывая листик светлой слезой? Стихотворение «Капля» в переводе Шахризы Богатырёвой прочел его друг Анзор Хаджиакбаев. Новая книга Манафа Батчаева «Четыре стороны света» издана в московском издательстве «Перо». Это сборник поэзии, прозы и публицистики на русском языке. Первые три книги автора выходили на Карачаевском. Поэтические произведения даны в переводах таких известных авторов, как Владимир Романенко, Фарида Сидахметова, Шахриза Богатырёва, которая выступила редактором и автором дизайна обложки этого издания. Книга «Четыре стороны света» может быть адресована всему человечеству, считает автор Манаф Батчаев. Как понять вот четыре стороны света? А свет, мир вообще имеет четыре направления. Вот поэтому, чтобы охватить весь объем планеты, вот мы назвали четыре стороны. Очень интересное сочетание и прозы, и поэзии. И мне кажется, это хорошо, что она вышла на русском языке. Такие авторы, как Манаф Унухович, своим словом, своими стихами практически читаемы на весь мир. Задача Союза писателей – поддерживать талантливых авторов республики. В сентябре на средства, собранные этой общественной организацией, была выпущена книга народного поэта Карачаева-Черкесии Владимира Романенко, который выступил одним из переводчиков книги «Четыре стороны света». Манафу Батчаеву вручили грамоту и статуэтку от Союза писателей Карачаева-Черкесии. Все мое творчество, все мои пожелания именно посвящено народам. Народам и дружбе народов. Без этого, без дружбы народов, быть не может жизни. Вообще нельзя так жить. А наша страна, испокон веков я знаю, бережет дружбу народов. В свои 87 Манаф Батчаев бодр и полон сил. Сейчас работает над новой книгой, в которой хочет успеть передать следующим поколениям свои знания об обычаях, традициях, истории и культуре своего народа. Книга будет на моем родном, карачаевском языке, говорит автор. Али Баташев, Ахмат Чучаев, Али Бастанов, Вести Карачаева-Черкесия.